Извини. Ничего. Глупо было надеяться на побег. Но, Зоя, уходите, оба уходите. Пойдем с нами. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет. Это мой дом. Очевидно, мое место здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Тут некому будет помогать. Так? Серьезно? А пацан где? Мы с ним еще не разобрались. Блин, как-то неудобно. Нет сохранения. Спасибо. Но кого же я еще мог выбрать? Итан. Мия, я знаю, через что тебе пришлось пройти. Но нам надо поговорить. Ты ведь во всем этом как-то замешана, не так ли? Послушай, я просто хочу узнать правду. Итан, я правда не помню. Попробуй. Это что? Корабль! Это что, тот корабль? Как, блин, он сюда попал? Помните картинку с разломанным кораблем? Она... Может быть, это вот та девочка, вот та... Одна из дочерей, что ли? Или может, еще какая девочка была? Ты в порядке? Что, блин, произошло? Что это у нее какие-то мистические силы, и она это сделала? Что за черт? Что это? Что? О, Мия! Эй, привет! Мия, как так? Нельзя терять ни минуты. Выбирайся отсюда и найди ее. Вот, возьми. Погоди, что ты делаешь? Что ты делаешь? Спасибо тебе. Иди, я не могу долго ей сопротивляться. Нет. А теперь иди и убей эту маленькую сучку. Нет, Мия, нет! Все, конец игры. Да, последний босс полное говно. К сожалению. Блин, как обидно. Был бы босс какой-нибудь, типа Бати. Последней версии. Вот это был бы босс. Крис, братан! А я соскучился. Я рад, что мы тебя нашли. Я Редфилд. Какого хрена вы так долго? Ну он же заражен. Итан? Мия? Ты уцелела? Я рад. Я уцелела? Амбрелла. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь, не только для меня. Пострадали не только мы с Мией, но и Бейкеры тоже. Из-за той твари, Эвелины, они стали такими.
Но Эвелина мертва. А эти ребята явились прибраться. Я только смирился с уходом Мии. Но теперь она вернулась и хочет начать сначала, с чистого листа. Может, это и есть открытая дверь? I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go! I don't want to hear it, both of you. Just go! Yeah. Go! Она остается. With her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. Чуть-то она истеричка. А если бы тебя не спасли? Мы бы на тебя еще посмотрели в этой ситуации. Ого. Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Came up that. Let's go take a look. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Zoe? Evie! Oh. Zoe? Zoe! Она ее убила! Да ладно. Ну, понеслась, да? Вот и еще одно отличие, ребята. И она еще такая: убей ее, убей ее, убей ее, убей ее. А, черт возьми. Как мы помним, прохождение, где мы лечим Мию, она, естественно, на нас не нападает. Потому что она вылечена остается. А фраза та же самая. Why? Why? Ну вот, вторая концовка. Достижение открыто. Yeah.
glad we found you. На самом деле, у них почему-то нет нашивок Umbrella. Или есть? Я что-то просто не заметил, наверное. То есть на вертолете-то да, написано Umbrella, а вот на Редфилде есть Umbrella или нет? Вы любите американцы телефонами разбрасываться в своих фильмах. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Ну вот и все отличие концовок.